Если человек уже давно в теме, ему будет интересно на этом курсе? Коснулись мы этой темы. Действительно, я не делал специально курсы для новичков так, чтобы было прямо интересно преподавателям. Но что оказалось? Ну, помимо тех преподавателей, которые отучились у меня, они, понятно, что входят во все мои программы, они все рабочие для них тоже. И это для них опыт преподавания, то есть они расширяют свой спектр понимания того, как давать. Оказалось, что очень много там и других преподавателей, ну как, не очень много, сейчас не так уж там, я не могу сказать, что все преподаватели планеты сейчас стеклись ко мне на курсы, нет. Но те преподаватели, которые заходили из других систем, они понимали, что они видят уже даже на небольшой программе целостность, то есть они видят не то что видят, они чувствуют, встраивают в свое тело целостную работу. То есть берете курс «Гибкость», например, там нет такого, что вас рвут только на поперечные продольные шпагаты, а остальное все, до свидания. Нету такого. Там целостно подходит. То есть может быть причина отсутствия гибкости в ноге находиться в шее. Мы работаем целостно. И повышаются качества гибкостные. Ну, например, если это курс «Гибкость». Потом понятно, как строить такие программы обучающие. Сейчас все ломанулись в онлайн, это нормально, это хорошо, но то, что мы видим, это трешак. То есть это жесть, это люди не понимают, что, как делать, и это понятно, что это было у них на занятиях там, потому что нет системы преподавания. То есть они видят целостную систему, они видят, что, как, последовательно, какие должны быть материалы, как они должны отстраиваться, как они должны даваться, как они должны подноситься, какая должна быть динамика внутри у группы. То есть это они начинают видеть, и это им тоже полезно. Я за то, чтобы преподавание было качественным. И если уж есть такая штука, я не один преподаватель на земле, ну, как бы я готов мириться с этим и улучшать качество образования в целом. Поэтому преподавателям будет интересно. Продвинутым практикам. Там есть такие тонкие вещи, как отстройка каждой фигуры. Например, мы берем программу и отстраиваем каждую фигуру детально, идеально. Я прямо на преподавателе, на другом показываю, здесь вот это надо дотянуть, сюда направить внимание, здесь распределить вес, там, здесь вот не забываем, здесь не скруглили, здесь опасно, здесь, то есть вот прямо вот эти вот нюансы могут быть полезны продвинутым практикам, потому что они это, может быть, делают, но не до конца осознают или не делают, тогда это продвинут. То есть чем дольше мы делаем неправильно, тем больше шанс себя навредить, да. Поэтому люди есть, которые вылетают, прозанимавшись там 3-5 лет, ну, преподаватели, например, то есть кризис год преподавания, 3-5-7, то есть очень мало преподавателей, которые преподают 5-7 лет, то есть очень мало, потому что они не развиваются, потому что они делают что-то плохое, потому что они не занимаются своей практикой, то есть очень просто. Там годик можно позаниматься, что-то делать криво, но потом уже как-то не хочется. Поэтому, да, такая отстройка может быть и преподавателям, и начинающим, и всем.